Витископ. Работа Эрика Спаэльстры сейчас под особым пристальным взглядом общественности. Из команды ушел Леброн Джеймс. Игру через игру пропускает Дуэйн Уэйд. И как раз сейчас должен сам СПО ответить на вопрос, каким тренером он является. Тренером, который развивает сильные качества лидеров, или тренером, который опирается на своих ведущих баскетболистов, не мешает им показывать свою лучшую игру и не втягивает их в какие-то свои тактические схемы. Пока первые игры Майами, обновленного Майами, производят весьма приятное впечатление. Команда хорошо, довольно-таки хорошо, как для себя, без Леброна двигает мяч. Команда Майами идет на одной из первых позиций в лиге по реализации дальних бросков. А это говорит о том, что партнеры создают открытые моменты, возможности для открытых бросков, чем пользуются Дэнк, Уильямс, другие ребята. Даже Марио Чалмерс начал забивать дальние броски. СПО, конечно, тяжело сразу перестроить игру Хит. Все-таки Леброн был, конечно, серьезной величиной. Но те приобретения точечные, которые были сделаны, они помогают ему в этом. И команда Майами Хит движется в верном направлении. И СПО по-прежнему является одним из самых сильных тренеров в ассоциации. Витископ. Спортивное видео.